Скажите, вы не из милиции случайно? Нет, я не из милиции. Я из почты. Я почтальон тутошный, Печкин. Поэтому я все должен знать, чтобы почту разносить. Вы, например, что будете выписывать? Я буду Мурзилку выписывать. А я про охоту что-нибудь. А я ничего не буду. Я экономить буду. Ой, что это мы зря его кормим. Пусть пользу приносит. Ну, скажи, кто там? Кто там? Ну, скажи, кто там? Кто там? Кто там? Что тебе делать нечего? Ты бы его лучше песни какой выучил или стихотворению. Песни я сам петь могу, только от них пользы нету. А от твоего кто там, а какая польза? А такая. Какая? Придет чужой человек, когда нас дома нет. Ну? Начнет в дверь стучать, Галчонок спросит, кто там, а? Человек подумает, что кто-то у нас дома есть, и ничего у нас воровать не станет. Ясно тебе? Кто там? Кто там? Ура! Заработала! Едет дядя Федор. Точка. Срочно бери мои валенки и иди в лес за елкой. 14 слов и доставка. С вас 50 копеек. И гражданин Шарик, вам телеграмма пришла. Будете ответ писать? Не буду. У меня денег нет. А вы поищите в карманах. А у меня карманов-то нет. Я ему ответ нарисую. Ну и что это? Что это за народное творчество? Это индейская национальная народная изба. Фиг вам называется. Дожили. Мы его, можно сказать, на помойке нашли, отмыли, очистили от очисток, а он нам фиг вам рисует. Эх, лучше бы дядя Федор вместо тебя черепаху завел в коробочке. Да? А мне жалко елки рубить. Если все начнут к Новому году елки рубить, у нас вместо леса одни пеньки останутся. Это вон для старушек хорошо, когда в лесу одни пеньки. Почему это? Почему это, бестолковый? На них сидеть можно. А что будут птицы делать, зайцы? Ты о них-то подумал? Он о зайцах думает. А нас кто подумает? Адмирал Иван Федорович Крузенштерн? Хры восторг! То есть мы рубим ель, а ее бренный труп наряжаем? Это...